dvhub.ru. Меня зовут Дарья, мне 22 года, имеется ребенок у меня. Я сирота, мне выдали жилье временно в технологическом техникуме. В общежитии? Да, в общежитии. Что здесь случилось? Ну, дело в том, что я прошлую зиму жила в маленькой комнате, там еще более-менее тепло было, хотя окна намерзали. В 2018 году я попросила переехать в большую комнату, так как стала мебель покупать, ну, обставлять свою мебель, чтобы мебель вот этого общежития сдать всю и купить свою. Купила мебель. Меня предупредили о том, что в комнате в углу есть грибок. С этим я согласилась, я покупала антисептики, причем не дешевые. Ну, я вытравила грибок, все поклеила, там обои, все там хорошо, замечательно. Но в ноябре, под конец ноября... Это уже вторая зима? Нет, это первая зима в этой комнате, в новой. И я стала ставить матрас за диваном, потому что стена очень холодная. Вот. И когда убрала матрас, убираться начала, обнаружила, что у меня за матрасом все намерзло, льдом, снег. Вот, окна намерзают, в комнате у меня 13 градусов. 13 градусов? Да, без обогревателя. С обогревателем, ну, естественно, больше. Вы обращались по этому поводу? Да, я обратилась к директору, но что она мне сказала, а что я тебе сделаю, дышать буду, что ли, в комнате? Я сказала, мне не надо дышать, я прошу вашей помощи, что мне сделать? Я ничем помочь не могу. У меня ребенок вообще безвылазно сидит на больничном, мы не ходим в сад. Вот, я и сама стала болеть, хотя никогда я так не болела. А у ребенка что? У ребенка бронхит, уже не первый раз бронхит. Очень много уходит денег на лекарства, причем лекарства стоят не дешево. Одно лекарство только 1095 рублей стоит, нам для ингаляции прописали. Ну и остальные тоже лекарства не по 100 рублей стоят. Вот, в моей комнате на данный момент, в которой я живу, 18 квадратов. Комнату, в которой мне предложили жить, 12 квадратов. И я уже коменданту сегодня говорила, у меня мебель вся своя. Она, извините меня, не вот такая, не маленькая. Куда мне мебель девать? Вот там 12 квадратов. Все, что поместится из моей мебели, это только диван и комод с телевизором, ну, холодильник. Стол мне опять-таки же придется просить, ну, в общежитии, потому что мой кухонный уголок туда просто не поместится. Большой шкаф мой туда тоже не поместится. Компьютерный стол туда тоже не поместится. Поэтому я отказалась. Вот у меня матрас тут стоит, потому что стена холодная. На нем вот лед тут. На полу у меня лед. На стене вот я соскребаю все. Тут вообще снизу прям много. Все под обоями лед. Обои вообще отходят прям вот. Скоро буду снеговика катать. И ты тоже? Ты и так у меня болеешь каждую неделю. Потом... Нет, нет, нет. Здесь у меня вот примерзло все. Не отлипается никак. Наверху у меня плохо видно, вылез грибок в углу. Все вздулось, отваливается. На этой стене вообще все одни пузыри. Вон все повздувалось, прям сильно-сильно повздувалось. Вон трещины, оттуда все вываливается. В углу вот отсюда. Вот так. В понедельник я иду в прокуратуру разбираться, потом напишу бумагу, пойду в правительство с этой бумагой, пойду в мэрию с этой бумагой, буду ходить и говорить, если так не получается, давайте мне жилье. То есть по закону вам положено отдельное жилье? Конечно, 30 августа 2017 года, ой, точнее 18-го, извините, мне должны были дать жилье. Мне должны были дать жилье. Жилья нету. Обратилась в приемную президента, они отправили все сюда. От Филиппова пришел ответ, что предполагаемый
предполагаемая выдача квартиры в 2020 году. Мне жить до 2020 года с ребенком здесь в таких условиях, это невыносимо. Кроме меня здесь тут также живут другие, ну, сироты, люди. И я не понимаю, вот у моей соседки 4-месячная дочь и еще старшая дочь. На данный момент она заболела, в комнате холодно. У соседей у моих вот в 329-й комнате тоже ребенок, она работает, и все, что у нее зарплата имеется, все точно так же уходит на лекарства. В принципе, как и у меня. dvhub.ru